сайт обновился. Сайт обновляется очень часто, но периодически здесь меняется очень многое. Вот так произошло 24 июля. И уже очень скоро мы увидим, что здесь выигрывать смогут даже те, кто вовсе не приглашает. Об этом информацию вы читаете вот здесь, нажимая с левой стороны на черной полосе на стрелочку. И вы увидите таймер. И здесь информация о том, что 15 августа 2018 года колесо фортуны заработает. Как оно в деталях заработает, мы узнаем, конечно, тогда, когда это колесо запустится. И я обязательно сделаю видео. Но предварительно могу сказать, что это колесо будет работать по такому принципу, что вы набираете здесь баллы, а потом, делая как бы ставки на этом колесе фортуны, за счет набранных баллов вы, это колесо фортуны, как рулетка, будет крутиться и выигрываете или не выигрываете. Это могут делать все, у кого структура и у кого нет структуры. Основной же доход, как я говорила и говорю во всех видео, здесь, конечно же, за счет приглашений. Итак, вы, когда смотрите на этот сайт, все, наверное, потеряли вот эту ленту, бегущую новостную ленту, в которой мы обычно кликаем на баннеры, которые идут в ленте, ладушки. Где же наша лента? Вот, найдите с левой стороны, стрелочка указывает на вот эти полоски, нажимаете. И здесь теперь меню. Вы видите здесь плейлисты, здесь есть наш кошелек и еще две позиции, которые очень скоро будут также обновлены и подключены. А лента теперь здесь. Нажимаете вот на эту волну, да, на эту строчку. Новая волна. И здесь вы увидите ту информацию, которую вы обычно видели сбоку на сайте. Если вы кликаете верхние баннеры максимально, то вас информируют вот такой строчкой. Да? Если вы боковые кликаете, то вот такой строкой. Также вы видите свою структуру. Если вы набрали 25 тысяч баллов за текущую игру с понедельника по понедельник, вы приходите на другой статус. И вот, допустим, я набрала 25 тысяч баллов и у меня перешла на другой статус. Мне дали в подарок 2500 баллов и 1 доллар в кошелек начислили. За статусы получают только те, кто строит реальную структуру. То есть, что такое реальная структура? Это структура это активных реальных людей, которые хотя бы раз в неделю заходят обязательно на сайт, кликают, приглашают. То есть без структуры по статусам дохода вы не сможете иметь. Также есть у нас топовые позиции. Каждый понедельник все получают выигрыши, кто вошел в топ и опередил. И также вот будет с 15 августа для всех, кто приглашает и кто не приглашает колесо фортуны. Вся информация дальше вы читаете здесь. Здесь правила, скоро они будут и на русском языке. Также здесь показано, сколько и за что вам платят. Нажимая на этот синий кружок, вы видите, в каком вы статусе, сколько вы набрали баллов. Вот так можно все раскрывать. Это ваша 14-я позиция в данном случае на текущий момент. Это значение всегда меняется, потому что кто-то вас опережает и выходит вперед по количеству набранных баллов. Это ваша структура. И здесь еще доработка. Да? То есть следите всегда, все в этой жизни меняется. Здесь вы видите ваших активных людей. И чем больше у вас людей, которые делают активно структуру, тем больше у вас здесь процент. И значит, вы еще будете больше зарабатывать. Также переход, вот эта волна, это также на ленту можно перейти. Итак, напомню, это здесь. Вот так. И пошли. Плейлисты теперь у вас здесь. Как создавать плейлисты, есть видео. Моментально создать можно, нажимая на вот эту кнопочку и взять с библиотеки. Это моментальное копирование плейлистов. Если вы хотите моментально набирать клики, да, вы можете сами сделать. Здесь вот будет плюсик. Сейчас на обновлении это тоже. И для просмотра вы просто нажимаете вот здесь «Просмотр». Да? Плейлистов вы делаете столько, сколько пожелаете. На те темы, на какие вы желаете. И мою основную страничку я рекомендую смотреть всем, потому что здесь всегда есть все видео. Здесь есть все видео, которые необходимо знать для того, чтобы здесь зарабатывать. Да? Вы нажимаете и вот здесь вот с левой стороны смотрите. На боковые баннеры можно кликать
с любого плейлиста, или со своего, или с любого, кому вы не зашли, вот кликая на боковые баннеры, вы набираете также вам. У каждого плейлиста здесь есть номерная автоматическая ссылка. Ее можно продвигать в социальных сетях, вы можете делать приглашение по этой ссылке. Но напоминаю, каждый регистрацию делает только сам, только со своего интернет-устройства. Никто никого регистрировать не может. Сайт вам этого просто не позволит сделать. Итак, возвращаемся на свой кабинет по стрелочке. И для того, чтобы вернуться на основную страницу, по центру нажмите на слово «Zen» уже. Вы знаете, что теперь в правилах обязательно обновлять текст под своей визиткой. Вот в данном случае я на 14 позиции, да, мировой рейтинг. Сейчас на данный момент, да, он может через минуту, через секунду уже поменяться. И вот здесь вот мы обязательно хотя бы раз в игру, то есть раз в неделю хотя бы мы должны обновить текст. Иначе вам выплат тоже не будет, потому что здесь платят только за активные действия. Для того, чтобы этот текст поставить, вы нажимаете рядом со словом «Zen» уже на вот этот квадратик. И открывается управление вашей визиткой, где вы можете сменить фотографию и поставить вот сюда текст и сохранить его. Итак, уважаемые друзья, сайт обновляется. Пожалуйста, смотрите, изучайте, как всегда.